Кросс нации проходит в Туле, в самом крупном городском парке не только России, но и Европы. Традиционно собираются на этот забег, и сегодня собрано более 2000 участников из всех районов Тульской области. Ну а традиционно кросс нации в Туле очень любят. Тульская область — спортивный регион, поэтому участники сегодня, возраст участников от 4 лет, ну а самому старшему участнику за 80.